Вот смотри, что и требовалось доказать. Первые руны для твоей мельнички по увеличению зарплаты и повышению финансового достатка, выход на новый уровень. Первое – преобразователь, то есть пошли перемены. Второе – нейроактиватор. Это надо и тело прочистить, и сознание нейроны. У нас с этим связаны все связи, сети. Ну, в общем, запускается процесс. И третье – скрытый свет. То, что я миллион раз тебе говорю, что надо открываться, открывать сердце, выпустить свой свет, свои таланты. Все закупорено. Спросила, что надо для чистки. В мельничке будет, может, и 30, и 40 рун. Что нужно для чистки? Светогор. Ну, уже понятно, что какая-то активная мужская энергия и свет. Дальше. Тяжесть. Светом обнулить тяжесть. А потом та-да-да-да. Здравствуй, товарища, которого мы знаем. От крадников и перекладов судьбы, скорее всего. Этот у меня... Я даже не знала, что у меня этот рунолад есть. Я его сделала, и он ни разу никому не выпадал. Может, давно не выпадал, не помню его, просто удивилась очень. А тяжесть судьбы была переложена, а надо светом ее засветить. Кстати, мужская энергия, может, от отца там еще что-то. Надо начать сиять, осознать энергию вседостигаемости и изменить мир линий, это нити судьбы. Сейчас буду остальные подбирать, но даже первые. Они же про тебя, прям твой аромат почувствовала. И голос. Это же вот, ну, шикарный инструмент, конечно, руна. Вон еще, смотри, сколько ждет. Ну, блин, классно.